сегодня мы поговорим о том, куда не стоит ехать летом для того, чтобы сделать свой долгожданный отдых максимально комфортным. Я рада приветствовать вас на канале «Влюбленные в путешествия». Итак, первое, о чем стоит побеспокоиться, это ваша безопасность. Поехали! Нестабильная ситуация в ряде курортных стран, пожалуй, для экстремалов. И все же, отправляясь, например, в Египет, не стоит посещать Каир и другие крупные города. Нет спокойствия как в столице Туниса, так и в Ливии. У природы нет плохой погоды, но если добровольно окунать себя, скажем, в удушающее пекло, то этот вопрос тоже об экстремальности. Арабские Эмираты с июня по сентябрь просто плавятся под палящим солнцем, превращающим Эмираты в одну огромную баню. Горячее море, повышенная влажность, неласковое солнце. И множество туристов, готовых переждать дневное удушье в ресторанах, отелях, торговых центрах, чтобы насладиться прохладой. Вечером. Безумно жарко в Египте, жарко до ненависти к пирамидам и всему египетскому. Чтобы получать от южных курортов только лучшие впечатления, нужно вовремя приезжать. Арабские Эмираты и Египет все-таки роскошны в осенне-зимнее время. Еще одна крайность погоды – несравненный дождь, способный в летние месяцы испортить романтичный настрой отдыхающих, например, на Мальдивах. Симпатичные уединенные острова в оболочке дождя не так привлекательны, как зимой, в лучшее время нахождения в этих местах, да и живописные просторы Таиланда теряют под дождем свое изящество. А вот что точно никогда не будет переноситься смиренно, так это насекомые. И не просто комары-жучки, а безжалостные москиты. Бесподобная в своем застое и чарующем великолепии Куба терпит этих товарищей в летние месяцы. Те, в свою очередь, пристально выискивают распластавшуюся на пляже жертву и хладнокровно нападают. Самое подходящее время для поездки на Кубу – с середины ноября до середины апреля. Туристам, посещающим в летние месяцы Мексику, также придется пострадать. Избежать неприятной встречи с москитами удастся лишь в период с ноября по май – в лучшее время для посещения этой загадочной страны. Чаще всего определяющим моментом, где же отдохнуть, куда поехать, становятся именно деньги. И хотя дешевые туры можно найти в любой сезон, концентрация их как ни крути посезонная. Туры в приморские страны Европы и ближнего зарубежья дороже, чем в апреле, мае, сентябре, октябре. Не получится экономно слетать летом в Шри-Ланку, также в Малайзию, на остров Хайнань, Гоа. Да и нет никакого смысла переплачивать, ведь зимой теплая Азия куда симпатичнее. Это лишь небольшая часть мест, посещение которых летом не принесет ожидаемого драйва и эмоций. А с другой стороны, составляющие великолепия летнего отдыха у каждого свои. Отправляйтесь в самые невероятные места, но не забывайте, безопасность все же превыше всего. Путешествуйте с нами, путешествуйте сами. Путешествуйте, путешествует только польза.